Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня битва гильдий, и я вам покажу, что такое зефирка, насколько она имбовая и почему Ронин уже не тот. Ну и, конечно, если у нас получится, и нас будут сливать, но в основном я уже не первую битву гильдий тестирую и смотрю на Ронина. Сейчас мы его поставим. Максимальный Ронин. Это не он, это не он. Сейчас мы найдем где-то. У меня где-то был хороший такой Ронин. Вот. Такой вот Ронин. Даже сделаем 9-е ISO сейчас. Ради теста. Вот 9-е СО, 9-й ожог, то есть максимум, который можно выжать. Хранитель леса, самая топовая, вот такая вот сборка. И у нас будет зефирка вторым героем. Вот такая вот сборка. И я вам просто покажу, что такое Ронин уже на сегодня. И что такое зефирка. Потому что я много тестил. И как правило, на 30-х прорывах Ронин очень часто сливается. Зефирка пока ни разу не слилась. Такс. Поехали посмотрим, что там у нас интересного. 623. 600. Что топов сегодня нет. О. 580, понятно. Пробую. Я надеюсь, у них 30-е прорывы. Ну, в принципе, люди, у которых 940, 30-е прорывы должны быть. Так, отлично. Землеройка, Фрея. Ну, тут не знаю, тут Ронин может и выживет. Поехали. Тут нету Фрэнки. Без Фрэнки. Хотя все может быть. Одно попадание и все. И здесь он тащит. Уже 50% нафигачил. Вот. 52% его слили. И не факт, что там дерево либо седна его спасет. Добиваем. А вот здесь 100% вариант. То есть он уходит в инвиз, отхиливается на максимум. И опять дальше дамажит. То есть на сегодня самый топовый герой, скажем так. Ну это понятно, это для доната. Ну и у меня Ронин донатный. Для без доната тут реально делать нечего. Я тестировал. Надо будет на себя понападать. У меня есть разные аккаунты на этом сервере. Показать вам разницу. Тоже сможет все-таки пройти, какие прокачки надо. Но печально все. То есть на сегодня самый топовый герой это Фрея, в принципе. Ну, Фрей убивают тоже и зефирка. Особенно если вот так вот у вас есть Фрея, которую можно активировать, либо на ней воодушевление стоит. Вы без проблем, даже недомогание, оно не будет никак влиять. То есть вы уходите себе свободно в инвиз и отхиливаетесь. 33%. А Ронин, конечно, бывает фейл. Ну, то есть там даже 9-й максимальные прокачки все равно не спасает. Тестировал я с оживой. И я вам скажу так, ожива вроде и тоже классно все. Но есть нюансы, недомогание, либо молчанка. И улетает с оживой он только так. Выживание намного лучше вариант. Ну, а тут 100% вариант, то есть... Рано или поздно она будет стоить, ну, по крайней мере, на английском сервере, там, до 50, 10, 20 баксов, это однозначно, потому что все в цене падает, а герой реально обалденный. Вот, видите, мы его не проходим, нам не надо, в принципе, проходить. У нас жизнь ниже половины просто не падает. То есть тут даже нечего проходить, по сути. Все, последний заходик.
Так, Ронин. Ну, тут я думаю, вот, кстати, зефирка, давайте попробуем. Ронин против зефирки. Самому интересно стало. Вот все. Нету Ронина. Попали пару раз, и Ронина нету. Попробуем зефирка на зефирку. Что у нас получится? Ну, кстати, интересно, интересно. Ничего себе. Не отхилились. Смотрим дальше. Очень, кстати, интересно, посмотрите. Не тестировал зефирка на зефирку. Но full отхил у нас получился. 58%. То есть Ронин, там, где есть зефирка, 99%, что на ней сольется. 30-е прорывы, очень много точности. Даже максимальный уклон ваш не спасет. Ну а тут, как видите, по чуть-чуть отхил, отхил. То есть такая сборка реально очень кайфовая. У вас 100% прохождение битвы гильдии будет любого топа, и даже меня таким вариантом пройти очень легко, просто изи. Никакая расстановка на битве гильдии уже не спасает, особенно если есть такой вот герой. Ну, 100%. А Ронин как-то ушатался. А там, где есть космо, там, где есть куча автопрокеров, очень сложно будет. Даже Фрейя уже, если раньше мы там Ронином зависали на Фрейя, да, на стрелке, если есть, все равно сейчас уже это все посложнее будет. Можно вот так вот пробовать водить, но это при условии, что у вас Фрейя с воодушкой будет включаться, и вы будете издали бить. Ну, такой вариант еще есть. Но опять же, могут раз попасть. Тут зависит, конечно, от расты, но я же говорю, я начал бегать Ронином, и он 70% раз на 30-х прорывах сливается. И в большинстве случаев не всегда спасает оживление от других героев. Но такие вот варианты, когда Фрай еще на дефе стоит, такое еще канает. Смотрите, оп, и Ронина слили. То есть одно попадание может быть неприятное, и Роня сливается очень быстро. Было бы у него, конечно, ограничение, хотя может быть, что скоро они ведут еще с ограничениями таланты. Вот тогда реально будет весело. Ну а так, имея даже этих двух героев, можно смело без дерева просто бегать и не париться. С Дрейком на дефе. Да ладно. Так, на половину Роня просел, попали по нем хорошо. Ну, на нем стоит кролик. Вот видите, 34%. Закидываем сюда зефирку. Ничего себе, там Дрейк выбегает. Ну все, зефирка себе фуловая стоит. То есть тут пофиг. Пофиг на все, короче. То есть, если сравнивать Ронина, Ронин, конечно, уже в прошлом. Но это оптимальный вариант для бездоната, который там не будет лезть на топов. Да, можно его пройти, там, кинуть оживу, не спорю. Но шанс слива с Ронином намного выше уже, чем с этим героем. То есть пока Зефирка лидирует на битве гильдии в плане прохождения. Просто изи. Один герой прокачка, и
И нету никаких проблем с битвой гильдии. Там по 2 минуты потратили, чтобы добили питомца, и все. И вся битва гильдии. Поэтому Ронин, конечно, классный, и все, но уже, к сожалению, не то. Видите, у меня с уклонениями. А тут у нас просто вот так вот. То есть, по сути, 2 одинаковых героя. Но Зефирка донатная, и она тащит. Ронин бездонатный, он тоже тащит, но на 30-х прорывах, на топах с ним уже просто так не побегаешь. Ну, конечно, есть куча других героев, чтобы добивать. Я вам показывал кучу разных тактик. Но если выбирать между Ронином и Зефиркой, 100% прохождение на сегодня это только Зефирка. Все. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.